Привет, друзья! Сейчас расскажу вам о такой инсайтик небольшой, да? Когда мы с братом триповали, и в трипе я что увидел? Охренеть, короче! Я был удивлен, и я охренел от этого. Благодаря брату, то есть я его вначале выдернул из Майи, потом... Я ему показал любовь и показал ему просветление. Такое временное, да? На короткий период. И благодаря ему я погрузился глубже. Ну и мы вместе с ним погрузились. И через какое-то время, там веер времен был. То есть я уже узнал, что такое веер, почувствовал его, покрутился в нем. Ощутил. Ваня такой, как знающий, такой, да, я все это знаю. Но это всегда так. То есть ты преисполняешься всем. Ты, потому что ты ощущаешь, что ты есть все, есть творец. И он такой, да, да. Я ему говорю, кто главный-то? Он говорит, я. Я говорю, ну ладно. Вот. И он такой там это... Немножко не то, что блеванул, да, а такой, такие, там этот, мухомор, слюни, сопли. И немножко так что-то наплевал в ведро. Вот. Ну, такое, не совсем блевотина начальная. Мы ему хорошо, говорю, мы ему сделали пракшалану, то есть мы почистили его перед всеми процедурами этими, да. И он такой... Чисто, как говорится, болевал водой, кефиром и все такое. Вот. И что получается? Я ощутил, что мне нужно погрузиться глубже. Но я не могу погрузиться, но в Ване это есть. Но мы себя ощущали как единое. И я понимаю, что... И он мне еще такой подсказывает, что мне надо взять его, то, что он там блеванул, да, немножко. А блеванул он, это он выблевал как будто определенную реальность. То есть определенный опыт как будто блеванул. Я чувствую, что вот его, эту блевотину, да, я носок взял, макнул. Ну, там немножко, там не макнуть, там на ведре было просто как намазано немножко. То есть я взял это, воду эту просто вот эту, из его рта. Ее на этот, на пол намазал, я чувствую, я прикасаюсь к этому, да, я чувствую, я прохожу глубже, прям проникаю. Я такой раз на пол такой намазал, лег, просто первый раз я это, я прям ощутил, что это надо сделать, я лег. Первый раз у меня такой же трип был, я ложился на землю, да, и меня туда погружало. Я чувствую, что мне надо лечь. Я ложусь, я начинаю проникать через вот это вот, через его то, что он, как говорится, изверг. Я через это пошел. То есть я прохожу через слои себя, там через время, через все идет. Потом я вижу, ощущаю это Ваня. И потом я ощущаю, что я прохожу еще глубже. И там дальше за Ваней я уже. Я что, ощущаю, что это я уже. И я оказываюсь, я просто охерел от этого. Я оказался, это был мой 8-й трип с братом. И я, через 3 месяца получается, да, после моего первого. И я оказался в первом трипе моем. Я оказался в первом трипе самого себя. Я ощутил, что я в момент смерти эго, в первый, да, мой трип, я ощутил себя внутри там же. Я ощутил внутри себя, как творец уже. Я охерел от того, что я в этот момент сам себя... То есть пришел из 8-го трипа, спустился через время в первый свой трип, сам себя пробудил, просветлил,
и дал ощутить себя как творец, как я есть творец. Вот представляете, какая херня, то есть я сам себя через время прошел и просветлил сам себя. Пиздец. Это просто было охеренно. Настолько было охеренно. Потому что я вспоминаю себя в первом трипе, да? Я ощущал Творца. Я ощущал, что я и есть Творец. Так оно и есть. Потому что ты есть абсолютно все. Все. Вот все, что ты можешь назвать, придумать, сочинить или еще что-то, это все есть ты. И это все Творец. И вот таким вот образом я сам себе, сам себя пробудил, сам себе дал просветление и любовь этот неимоверный, сам с собой разговаривал в первом трипе. Вот так вот. То есть, по сути, ты всегда являешься самим собой. И все творцы, и все остальное, все, что с тобой разговаривает, это ты и есть. Просто ты еще немножко растождествляешь это все. Я уже в восьмом трипе себя не растождествлял с Творцом. Но просто через время я еще так не путешествовал, как бы, да? А тут я прошел через временные вот эти вот слои и вернулся к себе. И ты понимаешь, что нету времени абсолютно. Оно не является какой-то движущейся точкой. Оно все время статично. Оно все время в одной точке, всегда. Все времена. Они всегда присутствуют везде, всегда и одновременно. Охуеть. Вот так вот. Вот так вот я сам себя пробудил, просветлил, просветлел. Вот так оно происходит. Так что ты и есть это все. Ты и есть Творец, который сам себя пробуждает в тех или иных телах, аватарах и так далее. Круто. Все, друзья, ставим лайки, ставим комментарии, оставляем, и кто может, помогайте финансово. Всех люблю, всем пока.